Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня будем готовить вот такую рыбку. С овощами, на сковороде. Все готовится быстро в одной сковороде. Не надо там по отдельности все тушить. У нас типа жарилось, тушилось. Получается все очень быстро и вкусно. Постное блюдо. Могут кушать и не постящиеся, и постящиеся. Гарнир любой приготовить к этому блюду можно и так кушать. Так что давайте готовить. Для приготовления понадобится тушка хека. Где-то у меня 400 грамм. Такая разморозилась. Дальше лук репчатый. Вот у меня целый кусочек луковицы. Пару морковок, но мелких. Перчик болгарский. Все по вкусу берем. Он у меня замороженный, сука, тут, наверное, перчинка. Рыбу разделаем на филе. Так, почистить надо. Чешуи тут немного у хека, но есть. Плавники отрежем все. На филе мне удобнее вот так вот каждый кусочек разделывать. Рыбу я подготовила, разделала на филе, помыла, обсушила бумажным полотенчиком. Все, пусть ждет своей очереди. Лук нарезаем полукольцами. Вот у меня такой гаджет есть. Очень удобно. Раз. Зацепили и смело нарезаем. Лук подготовлен. Теперь нарежем морковь полукольцами и нарезаем тоненько. Нагрелось масло уже. Отправляем нарезанный лук. Жарим, помешиваем. Огонь средний такой. К луку добавляем морковь. Это блюдо хорошо, удобно готовить. Все в одной посуде готовится. Пока обжаривается, подготовим рыбу. Рыбу нарезаем на такие кусочки, как на гуляш. Филе рыбы. Рыба подготовлена. Жарим овощи. Добавляем перец теперь. И жарим почти до готовности все. Помешиваем. Овощи уже почти готовы. Добавляем рыбку. Солим, у нас не соленая рыба наша еще. Добавляю приправу к рыбе. Вот у меня приправа к рыбе. Перемешиваем и еще жарим минут 10 до готовности. Помешиваем. На хорошем таком среднем огне. Все, рыбка наша готова. Выключаем. Ну теперь попробуем рыбку. Кусочек рыбки. Овощи здесь. Очень вкусно. Рыбка не сухая, естественно, с овощами все это готовилось. Все очень гармонично сочетается, вкусно, так что советую, приготовьте такую рыбку. Главное, быстро готовится. Рыбу можно любую применять, какую имеете, какая вам нравится. Так что готовьте со мной. Смотрите мои видео. Нравится видео, ставьте лайки, заходите на мой канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик,
возле слова «подписаться» колокольчик есть, нажимайте и будете получать уведомления о всех моих новых видео. И до новых встреч, и всего вам самого доброго!